Наступает пора новогодних праздников, а это значит, что пришло время активного использования петард, фейерверков и бенгальских огней. Ежегодно сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС России проводят рейдовые мероприятия в местах продажи пиротехнических изделий с целью выявления несертифицированной продукции и напоминания продавцам об основах законодательства в данной сфере. В первую очередь покупатели должны знать, что приобретать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных магазинах. На рынках зачастую не соблюдаются условия температурного режима и влажности, из-за чего пиротехника может сработать в руках в неподходящий момент. Также каждое изделие должно иметь сертификат соответствия и подробную инструкцию. Напомним, что бенгальские огни, петарды и хлопушки разрешается покупать с 16 лет, фейерверки и салюты с 18. При нарушении данных запретов продавец будет привлечен к административной ответственности, которая может выражаться в штрафах от 1,5 до 40 тысяч, а также конфискации продукции. Пиротехнические изделия наполнены взрывчатыми веществами, поэтому их нужно использовать на расстоянии минимум 50 метров от жилых сооружений и при отсутствии ветра. Также запускающему нельзя поджигать их прямо в руках или наклоняться над горящим фейерверком. Необходимо сразу отбежать на 10-15 метров. Во избежание несчастных случаев сотрудники МЧС просят родителей ограничить доступ детей к пиротехнике и тщательно следить за тем, чтобы подростки не приобретали продукцию в подпольных магазинах. При выявлении мест незаконной продажи или возникновении пожара немедленно обращайтесь в диспетчерскую службу МЧС. Анастасия Сидоренко, Омарбек Газиев. Новости, телеканал «Среда».